В начале марта в Москве состоялся первый этап Кубка мира по силовым видам спорта «Звездные войны 3». За звание победителя первенства боролись 22 сильнейшие команды из различных уголков России. Городской округ Люберцы на этих соревнованиях представили 33 спортсмена клуба «Любера». В упорной борьбе они завоевали 57 золотых и 2 серебряные медали. И при этом установили 17 мировых рекордов. Эта победа стала для команды 9-й по счету в рамках Кубка мира Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Ветерану команды Константину Пенько удалось установить сразу 3 мировых рекорда. А Елене Лымаревой и Елене Прокоповой по 2. Особенного успеха на этом турнире добилась 8-летняя Анастасия Спиранская. Юная спортсменка установила мировой рекорд в народном жиме среди женщин и впервые выполнила норматив заслуженного мастера спорта Национальной ассоциации пауэрлифтинга. Мощные ребята.